Понимаете, это почему эта вещь еще, мне кажется, замечательна, что нам показали, Оксанка показала Артманака, потому что есть о чем поговорить, сравнить, подумать об искусстве, рассказать свои мнения, свои точки зрения. Потому что в современном искусстве очень-очень много всевозможного, всего, так сказать, как винегрет, напичканного движениями, веяниями, там, взглядами, позициями и прочее. Ну, и тут, конечно, трудно смотреть, трудно размышлять об искусстве, которое показали нам Артманака, но можно судить по другим видам. Вот сейчас манифеста, ну, я еще не видел манифеста, буду говорить только в общем. Вот. Мне кажется, там больше техники, больше пластики, больше, а вот какого-то проникновения в суть человеческую, все-таки же искусство, как в театре, как в музыке, как в литературе. Почему-то изобретение искусства, мне кажется, уходит в чисто пластическую и техническую сторону. Посмотрела сейчас Артманака, чуть раньше я посмотрела Арт-Париж, и вот у меня в связи с этим возник такой вопрос, может быть, мы что-то не понимаем. Мне бы хотелось узнать ваши ощущения, потому что вот сейчас у меня как бы я нашла подтверждение того, что я там увидела. Мне показалось, что то, что мы видим, оно совершенно лишено индивидуальности. Может быть, я не права, но вот когда я смотрю на эту выставку, я за каждой картинкой, извините, вижу художника. Знаю я его или не знаю, я тут знаю почти всех, знаю я или не знаю, но я вижу его индивидуальность. А тут вот мне показалось, сначала мне показалось, что я 50% видела это на Арт-Париже, потом смотрю, нет, вроде другие вещи-то. Вот, ну, то есть это, как бы, может быть, это тенденция современного вообще искусства, то есть вот обезличивание художника. Арт-Манака мне не понравилось. Мне кажется, что это поверхностно и легкомысленно. Легковесно. Но самое интересное, что с нас они требуют другое. Да, с нас. Вот. Им кажется, что мы тяжеловатые, но у нас есть мысли. А у них этого почему-то нет. Хотя вот великое там итальянское искусство, великое французское искусство в прошлом и так далее. Значит, актуальным искусством называют, вот последнее, это из книги Семена Фабисовича, то, что рождается здесь и сейчас, но рождается в результате художественного действия. То есть, что мы имеем? Практика 20 века, второй половины и конца, и начало уже 21-го, размыла критерии художественности, наряду с эстетикой появилась антиэстетика и так далее, и так далее. Так вот, что касается прогресса, он есть, если его понимать как наличие прибавочного элемента, о котором говорили еще Кандинский и Малевич, да? Так вот, профанация искусства тоже имеет место. И критерии размыты настолько были в конце 20 века, и уже в наше время продолжают размываться. Да. Что любой из подворотни возомнил себя художником и так далее. Что происходит в современном искусстве? Я думаю, что время каллиграфии, в общем, как бы проходит. Начинается время других технологий, других смыслов. Ведь в конце концов, что такое искусство? Это средство коммуникации и идентификации людей, которые общаются между собой. Вот сегодня уже говорили о том, что мы потеряли в современном искусстве индивидуальность, внешнюю индивидуальность. И действительно это так происходит. Особенно это касается современного вот компьютерного искусства. Там автора очень трудно отличить среди многих других. Ну, если говорить о сегодняшних выставках, вот в том числе о триеннальной выставке, здесь, конечно, авторы еще до сих пор прослеживаются, что очень приятно. Мы ощущаем тепло их как бы душевного такого проникновения в листы. Мы видим культуру, которой они обладают. И мы хотим сохранить вот этот профессиональный наш подход, профессиональное видение в нашем творчестве. Что невероятно трудно. А почему невероятно трудно? Вот сейчас я попытаюсь описать такую сцену. Дело в том, что еще в прошлом веке, в 29-м году, такой Ортега и Гассет, философ европейский, написал статью по поводу современного искусства, назвал это «Дегуманизация искусства». Так там проведен такой пример, довольно забавный. Вот представьте сцену,
такую классическую сцену. Умирает человек, отец семейства, рядом сидит вдова, плачущая, вокруг собрались дети. А рядом стоит врач. И еще один персонаж – это корреспондент, который должен написать статью об этом. Так вот, у всех восприятие, оно разное. Так вот, мы сейчас находимся, я не хотел бы, конечно, находиться, вот в роли этой плачущей вдовы, где у нас эмоциональная связь с нашим творчеством, она наиболее сильная. Дело в том, что, а так как эмоциональная связь у всех совершенно разная, тем более сейчас, я думаю, что проблема не в соревновании и не в доказательствах, кто лучше, а кто хуже. Потому что при той системе нашей жизни практически это невозможно, да и не нужно этого делать. Я о другом, что если мы ценим самих себя, свои профессиональные качества, свои взгляды на жизнь, так их надо уметь отстаивать. Мы сейчас живем в таком мире, где мы молчать не можем, где все само собой не происходит. Если мы не будем на каждом углу говорить: господа, мы профессионалы, мы высокие профессионалы, наше искусство, оно создано не на один день, оно не актуально, оно вечно, и мы хотим, чтобы оно было таким, то мы сможем что-то сделать. Вот современное искусство вот при своей такой где-то олиповатости, где-то странности, где-то невротичности, где-то коммерческой стороне, оно как раз тоже представляет такой очень-очень сложный пазл, где, пройдя много-много-много этажей по выставке, в конечном счете, утомившись, выстраиваешь себе какой-то срез современного мира. Потому что любое искусство любой эпохи, оно, конечно, в конечном счете отражает современный мир. Арт Монако – это выставка коммерческого современного искусства. И это всегда своя специфика, потому что в любой галерее, и галереи есть разные, и художники есть разные, и ничего плохого в коммерческом искусстве абсолютно нет, но мы всегда знаем вот эти две границы – актуальное искусство, коммерческое. Актуальное искусство тоже нередко бывает коммерческим, безусловно, но оно как бы является таким псевдоактуальным. Да, оно так все равно аккуратнее прячется. И вот Арт Монако, оно как раз показывает вроде бы не совсем коммерческий салон, как Арт-Экспо Нью-Йоркская, а вот такое псевдоактуальное искусство. Слушай, это все, хочу сказать, Европа, да, может, Америка, Базель, Монако, Венеция, там, может, и в Кёльне есть, и в других. Ребята, ну, сейчас, в это время, вот сейчас, идет огромнейшее экспо в Харбине, в Китае. Там оно всем даст прикурить, всем остальным. Но там совершенно другой уровень искусства, совершенно другой срез. А, кстати, китайцы, если уж говорить о деньгах, китайцы – главные покупатели. Сейчас главное – все скупают китайцы. Вот Олег Яхнин начал с того, что такое прогресс в искусстве. Риторический вопрос. Прогресс в искусстве. Но всякий из нас, кто знает элементарную историю искусств, понимает, что прогресс там довольно странный. Давайте сравним с физикой или химией. Да? Физика, химия, биология строятся на прежде бывших открытиях. Всегда происходит какое-то дополнение, всегда происходит учет прежде бывшего. История искусства развивается совершенно противоположным образом. Мы знаем, скажем, античную скульптуру, да, Мирон, Пракситель, замечательно, высшая точка, да, потом все это куда-то девается, и только через 1000 лет начинается убогое развитие готической скульптуры. Это регресс, а не прогресс. Дальше начинается высокое возрождение. Леонардо, Боттичелли, Рафаэль. Чудесно. Но этот век, 16-й, заканчивается Росса Фьорентино, Пармиджанино, манеризм, упадок, полная ерунда. Полная ерунда по отношению к высокому возрождению. Дальше что происходит? Дальше возникают два одиноких гиганта, независимо друг от друга. Караваджо и Рембрандт. Прекрасно. Высшая точка. Школа Рембрандта. Середина и вторая треть 17 века. Куда дальше уходит голландское искусство? Цветочки, натюрморты, розочки. Тошнота. Тошнота. Давайте возьмем дальше. Импрессионизм. Потрясающая находка как метод. Импрессионизм. Ну, чудо, что они придумали. Вот эти самые Клод Мане и так далее, и так далее. Во что это упирается? Это упирается в Сезанна. Сезанн, который разрывает все взаимоотношения с природой, с объектом, с философией, со смыслом, да? Вообще говоря, регресс.
как бы мы ни любили Сезанна. Регресс. Ну, дальше можно проводить дальнейшую историю. Модерн, и ему противоставляется авангард, заведомое неумение, заведомый разрыв с техническими достижениями живописи, скульптуры, графики. Да? Вот так развивается искусство. Значит, о чем речь? Об этом немножко сказал Саша Кондуров. Значит, мы ловим развитие искусства – это попытка поймать состояние. Мы не делаем прогресса, мы не строим некую башню, уж если башню, то вавилонскую, во всяком случае, может быть, только ее. А мы ловим состояние. Каждое поколение художественное занято вот охотой за этим состоянием. Если это удается, то получается нечто очень выдающееся, как, допустим, группа импрессионистов, именно коренных французских, которые сделали великий какой-то шаг. Да? Или как группа, скажем, ну, русских авангардистов, да, начала 20 века. Группа, которая дает какой-то мощный шаг, как бы его не оценивать в соотношении с прежде бывшим чем-то. Вот мы ловим состояние. Вопрос. Мы его сейчас поймали, это состояние? Мы причастны к великому развитию искусства? Мы сделали этот шаг, который может оставить нас всех совокупно в истории? Вопрос этот остается вопросом, потому что решать, наверное, будем не мы. Но у меня создается такое ощущение, что мы стоим только лишь на пороге какого-то нового движения. И это новое движение будет, на мой взгляд, аккумулировать две важные идеи, которыми сегодня озарены многие художники. С одной стороны, это актуальное искусство, актуализм, то есть разрыв с традиционными технологиями искусства, искусство шока, искусство моментального состояния для зрителя, моментность, но в высших своих проявлениях это действенное, мощное искусство. С другой стороны, это ностальгическая потребность и в художниках, и в зрителях ощущаемая потребность к смысловому искусству, к искусству философскому, искусству душевному, искусству, которое в какой-то мере нагружено философией или литературным содержанием. Вот компромисс или столкновение между этими двумя тенденциями, на мой взгляд, будет озарять искусство следующего, может быть, 20-летия. Когда мир потрясают катаклизмы, войны, то социальные проблемы выступают на первый план. А когда все хорошо, то они отступают. Я считаю, что это совершенно неправильно, а наоборот. Когда начинают социальные проблемы где-то, то мир уходит от них. И вот то, что сейчас происходит, если говорить и по этой выставке, и по всему прочему, и в искусство Петербурга, и наш город постепенно становится европейским все больше и больше. И это очень хорошо и очень приятно. И свобода искусства начинает проявляться не в том смысле, что оно свободно полностью, а в том, что оно свободно от концепций, от концептуализма, от социальных заказов, всего прочего. И вот здесь вот мое мнение. Художники, если взять обобщенно их, чувствуют те глобальные проблемы, которые возникают в мире, и стараются их воплотить. Но как они стараются воплотить? А так, что если мир куда-то стремится к плохому, они говорят о хорошем. И люди понимают и воспринимают все хорошее. И лично мне, когда я смотрю вот на выставке, возникает полиреализм. Актуальное искусство, на мой взгляд, оно обречено на непризнание. Если его признают, то это уже не актуальное искусство. И вот здесь, когда смотришь на все это, мне становится страшно. Потому что, на мой взгляд, мир постепенно, незаметно скатывается к большой войне. И вот по нашему искусству это, если присмотреться очень внимательно, это чувствуется. Вопрос касательно современного искусства, ну вообще рынка современного искусства и востребованности русских авторов. Вот насколько отечественное искусство, профессиональное, современное искусство вот актуально на вот таких мероприятиях, как Монако, Арт-Базель, ну и насколько вообще сейчас востребованы отечественные авторы?
Мне кажется, что тут все-таки замешана еще издавна, замешана все-таки политика. Я за границу ездил на большие выставки еще в 80-м году, даже в 78-м году, в советское время. Там получалось, что меня отпускали. Вот. И уже были проблемы чисто политические. Не потому, что мы хуже работаем, совсем не поэтому. Ну, я в общем отвечаю, так довольно просто, потому что, наверное, это более глобальная система, вообще вопрос. Но все-таки до сих пор на рынке пускают или не пускают. Даже в любой отрасли хозяйства там, или там, каких-нибудь машиностроений, там, литейных или каких-то других производственных вещей. Могут пустить, могут не пустить. С нефтью могут закрыть рынки. Вот так же с нами происходит. Арт-рынок для нас мировой. Почти, ну не закрыт полностью, но почти закрыт, потому что это вступает вот эти вот проблемы. Просто я сейчас обозначаю, если я не знаю, что там внутри, это сложно очень, можно об этом долго рассуждать, но просто мы туда не попадаем. У вас очень пессимистичные взгляды по поводу современного искусства. Оно живо, оно существует, оно не умрет. Просто оно неизвестно. Я, допустим, очень мало людей знаю из вас, но вы не знаете никого из моей культуры. При этом мы известны, мы популярны, мы актуальны, наши работы покупают. Причем покупают за хорошие деньги. Меня приглашают на открытие разных выставок, на какие-то корпоративы. Но вы не знаете меня, так же, как я не знаю вас. Поэтому культура жива. А по поводу денег, вот несколько людей говорили, вообще сложно пробиться. На самом деле очень сложно пробиться. Не берут. Не то, что не берут, говорят, что вы не форматы. Ваша культура, но она не популярна, она странная, мы ее не понимаем, мы делаем более-менее искусство для массы, для публики. И, собственно, поэтому мы-то известны, мы-то актуальны, но пробиться сложно, очень сложно. Дело в том, что, ну, Лазар говорит, конечно, с точки зрения своей группы. Видите, они какие знаменитые, которые мы даже их не знаем. Вот. Но, понимаете, какая штука? Это естественно, что масса группы, естественно, что искусство велико, много всего. И не обязательно знать друг друга. Мы, правда, говорим не о том, чтобы знать друг друга. Мы говорим о проблеме. Мы знаем готику, знаем искусство готики. У меня студентка была такая. Вот. Знаем. Но Готов. Вот. Но это мы знаем. Но понимаете, конечно, вот я по ней сужу. Не по тебе, а по ней. А она не знает и не собирается знать нас. Вот какая штука. Поэтому тут вопрос такой странноватый. Нет, ну хорошо, что сказал. Он участник выставки, нормально, он здесь выступил со своей группой. Вот. Но все-таки чуть-чуть не то, чтобы так вот не лояльнее, а по открытию, может быть. Ну, как-то больше общения. Хотя, конечно, я понимаю, что в этом мире есть группы, которые плохо принимаются. Плохо принимаются. Все там с какими-то там моральными делами, какими-то еще там моралистическими всякими. Вот. Бывает такое. Ну, пробиваться надо, правильно? Трудно пробиться, надо пробиваться. Ну, ты же сам говоришь, что все знают вас. Вы популярны. И в то же время трудно пробиться. Нет, оказывается, не так и трудно пробиться.